Всем привет! Сегодня очередной день на даче. Прохладно, но зато нет дождя, потому что вчера поливал дождь целый день, был сильный ветер. Значит, была очередная проблема, как обычно. Значит, на этом месте, вот видите, остались здесь следы. Здесь, значит, было 7 железнодорожных шпал бетонных, которые здесь лет 10 уже пролежали в земле. Какие-то были в земле, какие-то лежали снаружи. Мы их вытащили с помощью машины. Давай, потихоньку. Да, хорошо. Давай. Ага. Подожди. Тяжело. Каждая весит 250-300 килограмм. Ну, насколько я посмотрел в интернете, сколько они весят. Сначала думал, куда же их применить, куда же их деть, что бы с ними сделать. Выкинуть, разбить, там, не знаю, фундамент запихнуть. Ну, в общем, нашел решение применить их на въездную группу. На подъезд к дому самое оптимальное было их сделать как, ну, как бордюрчики. Потому что в дальнейшем, ну, сейчас покажу все. Значит, вот так мы их поставили. С одной стороны 4 штуки, и с другой стороны 4 штуки будет. Еще одну не достал. Получается, вот лежат эти бетонные шпалы. Сюда будет укладываться геотекстиль и насыпаться асфальтовая крошка. То есть вот так этот въездная группа выглядит. Расширение под калитку. Ну и вот сюда добавится еще одна шпала. Как раз будет вот такой вот заездик, если посмотреть. Так что на заметку, если у кого есть шпалы и вы не знаете, куда их применить и куда их можно деть, чтобы впустую их не утилизировать куда-нибудь, вот можно применить их как бордюрчики для того, чтобы засыпать либо гравий, либо щебенку, и чтобы она не убегала в лес, а оставалась, ну, в пределах этих бордюрчиков. Так что вот так можно применить бетонные шпалы, которые, по сути, очень тяжелые, никуда их так вот не потаскаешь. Но выглядит зачетно. Планирую еще сюда вот на каждую поставить пластиковые столбики с отражателями. Будет вообще классно. Кстати, хотел спросить, как вам звук с нового микрофона. Я тут приобрел вот такой вот микрофон на Алиэкспрессе. Отпишите в комментариях, как вам слышно, не слышно, мешает ли ветер. Вот, тестирую микрофончик во всех видео. Теперь буду разговаривать уже с помощью него.